И снова всем привет, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули на наш канал. Сегодня хочу провести маленький обзорчик. Я купила вот ткань и хочу немножечко похвастаться. Вот такая вот есть у меня ткань. С нее я сошью наволочки. Вот еще у меня такая рождественская, новогодняя. Ну, можно с них шить прихваточки. Вот. Полотенчики. Вот такая ткань мне очень нравится. Мелкий-мелкий цветочек. Вот из них я шью вот таких вот зайчиков. Одежду, в общем, для зайчиков. Вот для куколок. Вот еще такая полотенчатая, такая вот с кисками. Очень красивая. Доча моя любит кисок. Вот тут выйдет два полотенчика таких. Вафельная ткань такая. Вот еще мне тоже понравилась ткань. ХБшная. И из них я буду делать вот такие вот коробочки. Храню в них вещи свои всякие там для рукоделия. Вот можно сделать органайзер для косметики. Тоже у меня есть видео. Ссылочку я оставлю в описании. Вот тоже такие коробочки всякие. Обклеиваем их тканью. Вот для кукол, для игрушек, для своих. Вот такая подойдет тоже для прихваточек, красивая. Вот такая тоже. Но это будет, наверное, больше как салфеточка на стол. Очень красиво. Ну вот. Если вам понравился мой ролик сегодняшний, ставьте лайки, подписывайтесь, давайте дружить. Всем до новых встреч. Пока-пока. Не забываем ставить лайки.